Привет, друзья! Это Выживатор, я продолжаю выживать в игре Stygian Reign of the Old Ones, что переводится как «Мрак господства древних». Напоминаю, что это хардкорная ролевая игра в мире Говарда Лавкрафта, которая мне, кстати, очень нравится. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, и пишите о своих впечатлениях. А мы продолжаем. В прошлом видео мы навели шороху в банке, подрались там с несколькими психами, и сейчас здоровье у нас немного пошатнулось. Я решил, что мне сейчас нужно идти к Исидору, но для начала я хочу попробовать таки зайти в тот в номер, в который можно попасть в этом отеле. У меня есть опасение, что кто-то может быть этому не рад, но по идее, может быть, там что-то мы найдем. Не знаю, попробуем. Здесь развлекаются местные гангстеры и их помощники. Эти ребята с нами разговаривать не хотят. А вот здесь есть дверь под номером 102. Давай попробуем зайти сюда. Так, ничего страшного пока не случилось. Я не знаю, к чему это дальше приведет. Здесь труп лежит. Распростертый на полу иссохший труп человека, судя по всему, он до последнего пытался защитить свое имущество. Видимо, давно здесь лежит, наверное, и почему-то его даже никто не убирает. У него есть какой-то чемоданчик. Запертый. Хорошо. Покрытый слоем сажи и грязи туалетный столик стал жертвой общей атмосферы обветшалости, постепенно разрушающей это некогда славившее своими безупречно чистыми интерьерами заведения. Тут есть котелок, одевается на голову. Для чего, интересно? Излюбленная шляпа представителей высшего света. Стильная вещь. Давай попробуем. Не очень стильно сидит, но окей. Здесь заточка. Несколько сигарет. Что еще? Давай посмотрим здесь. И нужный ключ. Класс. Но как же мне открыть это? Заперто-то все. С верхних этажей здания можно лучше разглядеть стены сцены разрушения, постигнувшего Архем. Как же мне посмотреть? Я же ничего не могу, да? Так, давай посмотрим хотя бы. В этом ящике могут храниться специальные инструменты или иные ценные предметы. Но в данный момент он заперт на внушительный замок. Ну окей, а может быть его взять? Но я не могу. Обидно. Надеюсь, гангстеры на нас не наедут на выходе. Нет, им пофигу вообще. Ну и хорошо. Давай-ка я подойду к портье. Добро пожаловать. Чем может быть вам полезен скромный служащий отеля? Так, нет, здесь ничего. Нет, подожди, а может быть надо спросить, как его зовут? Нет. Ему плевать. Тут уже не впервые это все. Ну, человек находится в такой ситуации, что либо он, либо он будет это терпеть, либо его просто прикончит. Давай поговорим, кстати, с каким-нибудь жителем. Может быть, он мне что-то скажет. Нет, ничего. Ладно, уходим. Давай зайду к торговцу. Посмотрю, что можно сбыть. Заточка, пятнашка, нормально. Не продается, да? Угу. Не продается. Сломанный ключ, наверное, бессмысленным. Так, вот еще есть у меня серебряные карманные часы. Отлично. 51. Серебряные карманные часы. Швейцарские. А, это ожерелье серебряное.
Из этого он ничего не хочет покупать. Ладно, на 92 неплохо. Видишь, как выгодно брать с собой наемника. Что у него тут есть? Во-первых, сколько у меня еды? 5. Возьму одну банку консервов. Интересно, лопата. Ну, по логике, наверное, она мне нужна очень. Так, и лампа мне очень нужна, мне кажется. Винтовочки хорошие. Довольно-таки, кстати, классно снижаются цены. А вот на эти винтовки, вот на эту, по-моему, было 500 с чем-то. На эту 600 было с чем-то. Ну, или около того. Чуть побольше 600, по-моему. Если я не ошибаюсь, 630. А на эту около 680. То есть, на дорогие вещи навык торгаш очень неплохо снижает цены. На дешевые не сильно, потому что вот патроны стоили 4, они и так стоят 4. 25 у меня, кстати говоря, теперь. Не знаю я, что мне нужно покупать. Я, может быть, просто продам. Давай я посмотрю, я могу что-то о них узнать. Это просто, это не материал, практичные серебряные швейцарские часы с римскими цифрами на циферблате. А я ведь их раздобыл не там же, да. Серебряное ожерелье, ценный предмет. Элегантное серебряное ожерелье, украшенное мастерски вырезанной камеей. Надеюсь, что они мне не нужны. Надеюсь, что это просто драгоценности. Так. Все? Ну давай поторгуем. Патроны пока не буду покупать. Уходим. Попробую-ка я зайти все-таки и, может быть, остановиться сначала на ночлег. Достану те часы. Будите мне минуту, пожалуйста. Очень интересно. И еще какой-то мужчина появился тоже. Может, можно с ними поговорить. Вы видите светловолосого разговорчивого мужчину, явно на веселе, который облокотился о стойку бара. Его покрасневшие глаза настойчиво обшаривают комнату, словно кого-то ищут. Простите, что беспокою вас, сэр, но могу ли я задать вам вопрос? Я вас слушаю. Я вижу, что вы только-только вошли в это достойное заведение и хотел поинтересоваться. Вдруг вы видели, околачивается ли там снаружи некий сельского вида джентльмен? Сельского вида джентльмен? Странное противоречие. Нет, не видел. Не видели? Вот и замечательно. Должно быть, мне причудилось. Разрешите представиться. Стэнли Фредкин. В прошлом преподаватель факультета литературы Мискатоникского университета. А нынче человек, всецело посвятивший себя своей подлинной интеллектуальной страсти в фольклористике. Но обо мне мы можем поговорить и потом. Пока что же не позволите вас угостить, сэр. Все предлагают угостить меня. Да, конечно. Оборачиваюсь к Марине. Стаканчик виски этому достойному джентльмену. И чтобы не того пойла, которое вы обычно подаете. Настоящего виски. Будьте так добры. Вот, пожалуйста, сэр. Стэнли поднимает собственный стакан и отпивает неизвестного происхождения виски. Так, о чем мы, значит, говорили?
Мискатоникский университет, вы говорите? Тот самый, что здесь у нас в Аркхаме? Нет, в Китае. Что, теперь в школах вообще географии не учат? Подсказка-то как бы в самом названии, нет? Ох, простите, временами моя саркастичная натура берет вверх. Да, я раньше работал в Мискатоникском университете. В свое время я был, не побоюсь этого слова, первоклассным преподавателем. Как убиты должны быть были мои студенты, когда узнали, что я избрал карьеру странствующего фольклориста. И что вы в последнее время изучаете? А, вижу, я пробудил вас интерес. Да, мне часто говорили, что я так действую на слушателей, вдохновляя их, так сказать, на интеллектуальные свершения и все такое. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Я был в Вермонте, записывал легенды о крылатых существах холмов. Чрезвычайно глубокая тема. Да-с. Везде от мифов племени Пеннакук до легенд, рассказывавшихся жителями владений губернатора Уэнтоурда, вы найдете напоминание этих спустившихся с небес крылатых существ. Даже в фольклоре далеких Гималаев есть отголоски пугающих историй об этих существах. Должна же быть какая-то причина, по которой эти поверья настолько широко распространены. Вы не находите? Наверное, да. Так о чем это мы? А с какой целью вы разыскиваете этого сельского вида джентльмена? Боюсь, это он разыскивает меня. У меня возникли небольшие разногласия с моим текущим заказчиком. Нет, ничего такого, что я не мог бы разрешить самостоятельно. Просто я подозреваю, что он мог послать за мной этого невежду. А кто ваш заказчик? Один иностранный инвестор, ищущий моего совета. Понятно, у меня еще один вопрос. Ну, разумеется, сэр. Всегда рад возможности завязать интеллигентный разговор с собеседником, у которого, так сказать, в голове все на месте. Такая редкость, знаете ли, в нашем городе. Но что же это мы... Все обо мне, да обо мне. Расскажите, что у вас на уме. Так вы, значит, изучаете предания? Если быть точным, фольклор жителей Новой Англии. Уверен, вам знакома моя книга «Предания Кингспорта». В научных кругах ее приняли очень хорошо, да и среди простых жителей, читателей тоже. Вы ведь наверняка о ней слыхали, да? Я... Так... Нет, не слышал. Не слышали? Тогда, возможно, я переоценил вашу эрудированность. Стэнли, видимым образом, разочарован. В противном случае вы непременно были бы в курсе столь знаковой научной работы. Так о чем это мы? Давай я спрошу его вот еще о чем. Так, нет, все, всего доброго. Как, уже уходите? Ну хорошо, сэр, выбор ваш. Он залпом допивает оставшиеся виски. Конечно, вы такой же, как они. Прошу прощения. Как вы сами не видите, что беседуете с человеком, который стоит на голову выше остальных? Неужели мне нужно объяснять, что из всех этих людей, этих бестолковых невежд, один лишь я, Стэнли Фредкин, вполне возможно, нашел способ спастись из этой адской бездны? Я был избран. Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Внезапно он осознает свою ошибку. Ни о чем, совершенно ни о чем. Чертов Марина и его выски. Я лучше пойду. Блин. Возможный путь отсюда. Давай поговорим еще с ним. Он, похоже, не может разговаривать. Ладно. Может быть, поговорим с леди. Снова здравствуйте, как вы оказались в Аркхаме? Так, не надо. Попробую переночевать. Что тебе, Карнута? Я хочу на чердак. Конечно. Надеюсь, тебе понравится в наших королевских покоях на чердаке. Он некоторое время хохочет, но не получив от вас в этом поддержки, резко переходит к делу. 25 сигарет, Карнута, да поживей.
Пожалуйста. Пойдем, попробуем найти эти часы. Молодец, залез. Где тут? Вот половица. Карманные часы Корнелиуса. Ценный предмет. Взять все. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что будет, если я выйду сейчас отсюда. Но... Блин. Фиг знает. Давай я попробую. Не знаю. Припасы, пайки. У него времени мало ведь, да? А, ладно. Человеку жизнь надо спасать. Я надеюсь, что мы сможем сюда вернуться. Давай проверим. Можем. Хорошо, отлично. Можем. Уходим. Ой-ой-ой. Да, давай быстрее. Быстрее, мой родной. Все, уходим. Нас же поначалу сюда просто не пускали. Там как бы кто-то занимал чердак в этот момент. А, нет, вот. Да, стоит она. К вам подходит деревенского вида человек со сложенным листком бумаги в руках. Он протягивает его вам. Что это? Он уходит, не говоря ни слова. Хочет поговорить изгой. Неизвестный уходит, а изгой обращается к вам. То был слуга, сообщавший волю своего господина. Полагаю, скоро мы узнаем о них больше. Я ничего не понял, короче, бред какой-то. Надо вот сюда идти быстрее. Оба-на! Оба-на! Они уже пришли за ним. Офигеть! Собак натравливают? Офигеть! Беги, дружище, беги! Сектанты! Офигеть! Боже мой! Мы не успели его спасти. Кровь и душа этой дряхлой развалины. Убейте его и бросьте тело гнить. Охренеть. Вы видели ужасно. Рассудок помутился. Надо поговорить с ним напоследок. Кашляет. Корнелиус лежит в грязной, холодной земле, сотрясаемой предсмертными конвульсиями. Его тело покрыто десятками кровоточащих ран. Не подоспей вы вовремя, вы бы уже и не застали его в живых. Захлебываясь кровью, через силу, вы пришли. Слава Господу, боюсь, мне уже ничем не помочь. Слабо хрипит. Послушайте меня. Часы, они мне уже ни к чему. Я жил, не поступая с принципами, и теперь умираю от них. Пожалуй, это даже к лучшему. Я не мог дальше жить, как крыса. Кашляет. Часы. Оставьте их себе. Только обещайте. Вы используете их на что-то, во что вы верите. Хорошо, Корнелиус, я сделаю все, что в моих силах. Я рад, что Корнелиус судорожно пытается сказать еще что-то, но жизнь уже покидает его и изувеченное тело. Еще одна краткая судорога, и он затихает навеки. Закончить беседу. Став свидетелем жестокого убийства Корнелиуса, вы составили себе довольно ясное представление о том, что в Аркхаме
бывает с теми, кто вызывает недовольство новых хозяев города. Вот так вот. Здесь какой-то подвал, слушай, я не видел его. Здесь раньше какие-то... какой-то мусор, по-моему, был. Нет, это вода, отлично, давай, вот здесь тоже посмотрим. И надо быстренько бежать, потому что у нас оплачен отдых, и надо им воспользоваться. В конце концов, я могу все остальное потом как-то посмотреть. Очень интересная, очень впечатляющая картина. Мне очень нравится, как тут обыгрываются вот эти лавкрафтовские нотки. Тогда всем плевать, когда на улице просто... когда они просто приходят и убивают тех, кого, кто им мешает. Это как раз очень в духе его произведения. Надеюсь, что мы сейчас сможем подняться. Потому что, по идее, день-то не прошел. Можем, хорошо. И вот теперь как раз я могу, наверное, воспользоваться отдыхом. Посмотрим. Я могу провести оккультные исследования. Этим мы займемся. Хочу посмотреть вот это. Компас Денфорда. Также. Оказать медицинскую помощь изгою. Изгой. Окажет себе медицинскую помощь. И проведет, пожалуй, опись сырец. Который мы нашли, да, типа. А, давай. Пустим, найдем, что это такое. Как его делать, видимо, или что? Давай, выберем опись сырец. Практически изыскание так занимает меньше времени. Что такое усталость? Все еще делает. Все еще действует усталость, да? Она просто разведует местность и все. К сожалению. Ну ладно. Ладно. Читать ей даже нечего. Отдыхаем тогда. Шприц Лауданумом у нас, по-моему, уже был. 5 очков рассудка восстановили. Прогресс в оккультном исследовании. Компас Денфорда. Раскрыт дар артефакта Компас Денфорда. Получено 8 очков рассудка благодаря новым тайным знаниям. Изгой. Лечение восстановлено. 7. 7 рассудка. 7 очков здоровья. Классно. Медицинское открытие. Шприц Лаундаунума. Изгой. Лечение восстановлено. 3 очка здоровья. Так. Дама наша в порядке. Итак, мы почти полностью здоровы, это очень хорошо. И теперь можно сходить и пообщаться с тем ключником, наверное. Еще какой-то, кстати, я не помню его. Извините, мне не до вас. Надо попробовать ключики обменять, узнать, может быть, что-то. Я туда не пойду, говорит. Изгой. Лага. Да-да, вы ищете что-то конкретное? Что вы знаете об этой статуэтке? Показать статуэтку Ктулху.
Исидор поправляет очки и внимательно изучает предмет, подслеповатыми глазами. Похоже на изображение одного из божеств, которым поклоняются сектанты. Я видел в Риверсайде уродливый тотем, похожий на этот. Он снова рассматривает фигурку. Хотя стиль исполнения довольно необычен. Не похоже ни на одну из известных мне культур. Впрочем, не могу сказать, что разглядывание этого предмета доставляет мне удовольствие. Уберите его, сэр. Я не желаю иметь в своей лапке ничего связанного с этими чертовыми сектантами. Возвращайтесь к своим занятиям. Я бы хотел купить кое-что из ваших вещей. Могу я заплатить сигаретами? Так, давайте поглядим, что у вас есть. Итак, кстати говоря, я же теперь знаю, проклятие неизвестно. Я пока не знаю, что за проклятие. Может, надо его еще раз исследовать? Ускоряет перемещение по карте. Окей. Закрываем. И мне нужны книги. Вот эта книга закона. Она, по-моему, помогает эзотерикам. И есть еще для... нигилистов. Это мне книга тоже нужна для моего товарища изгоя, который мне пока очень нравится. Так, тут еще есть куча всего. Я отдам за них вот эти ключи. Есть, кстати, еще карманные ключи Корнелиуса, элегантные карманные ключи, которые он хранил в памяти об отце. 102. Неплохо, неплохо. Я мог бы, например, объединить, добавить 76 и таким образом купить, например, какую-нибудь еще странную вещицу здесь. Что-то вроде этого, например. Надо подумать. Так, ну книги мне в любом случае, я считаю, нужны. А, кстати, еще же есть для персонажей... Так, это нигилист. Это рационалист. Верующих. Больше вроде бы ничего нет. Ладно, давай обменяю и... А, еще. Надо попробовать. Я хочу исполнить последнюю волю человека, убитого сектантами. Скажите мне, неужели из всего, что можно пожелать в этом мире и в следующем, последней воле этого человека было, чтобы вы докучали мне, когда я занят... важным делом? Вы меня уже несколько утомили. Знаете, Сидор, из всех сокровищ вашего магазинчика больше всего меня влечет сюда именно ваша располагающая манера общения. Я сейчас по горло занят исправлением того, что эти горе-переводчики сделали из Сефер Разиэль Хамалах. Так что будьте так любезны, скажите, что вам нужно, и оставьте меня в покое. Вряд ли он мне отдаст артефакт. Я обещал этому человеку, что использую эти часы на что-то, во что верю. Когда часы? Подумать только, это ваш покойный знакомец был идеалист, да еще и филантроп. Редкое сочетание в этом кромешном аду. Позвольте глянуть, надевает лупу и склоняется над часами. Сидор несколько мгновений разглядывает часы. Видно, что семейная реликвия несчастного Корнелиуса завладела его вниманием. Ручная работа. Золото 24 карата, и притом сработанный почти безупречно. Надпись «В. Риколетти». Внутри наводит на мысль, что изготовили их в Италии. Этим часам запросто может быть лет 100, но они по-прежнему идут, словно вчера сделанные. Что ж, вижу, ваш покойный знакомый был человеком утонченного вкуса, и у меня как раз есть кое-что, чтобы воздать должное его памяти. Исидор принимается рыться сперва среди... выставленных под стеклом предметов, потом в шкафчиках, пока, наконец, когда уже почти сдается, не находит то, что ищет. Ага, вот! Восковая копия рук святого Викентия де Поля. Множество верующих молились у них, этому святому, известному своим смирением и состраданием. Сами мощи, к сожалению, были утрачены во время беспорядка 1815 года. Так или иначе, святой Викентий был покровителем дел милосердия, и мне кажется вполне уместным обменять его реликвию на часы вашего покойного знакомого, если вы
Если же вы меня обманываете, знайте, что гиене, гиене места хватит на всех. Блин. А, это что-то какой-то святой предмет, видимо. Не знаю. У нас нет фанатов религиозных, вроде бы, да? Может быть, артефакты взять какие-нибудь другие. Но они могут быть с отрицательными эффектами. Они у него, конечно, дорогие. Ну давай, хорошо. Ну вот и договорились. Исидор вручает вам реликвию, а часы Корнелиуса убирает под стол. Приятно было иметь с вами дело. А теперь, если позволите, я продолжу заниматься расшифровкой длинного и весьма запутанного текста. Спасибо, Исидор. Всего доброго. И что же это такое я взял? Есть какое-то проклятие, есть какой-то дар. Очень интересно. Пока ничего из этого я одевать не стану. Ладно. Уходим. Книги я купил, да? Да, книги купил, все хорошо, уходим. Что ж, пожалуй, на пока хватит. И продолжим в следующем видео наше похождение. Что можно сказать об этой серии? Мне очень понравилась сцена с этим человеком, до которого добрались сектанты. Это было очень в духе Лавкрафта. Не говорю, конечно, я не, что мне понравился результат там и то, что они сделали, я глубоко осуждаю. Но это было очень в духе Лавкрафта. И это было показано довольно-таки мрачно и, ну, правдоподобно, скажем так. Очень классно, что разработчики заморачивались вот с такими вещами, с такими небольшими вставками на движке игры. Это классно. И, конечно, наш несчастный нашел закономерный конец здесь, если здесь можно получить пулю в лоб, просто посмотрев на этого Воскалицева, то... Чего уж тут говорить, когда он кричит в баре, что Воскалицы там такой-сякой. Конечно, его пометили. Хотя странно, что его просто пометили, а не добрались до него сами гангстеры. Там же гангстеры на выходе. Вот. Но, может быть, у них есть какие-то договоренности с сектантами, благодаря которым они им поставляют людей, а сектанты не трогают гангстеров, например. Вот. В любом случае, конечно, конец грустный. И не знаю, правильно ли я поступил, обменяв его на этот артефакт. Может быть, этот артефакт мне будет не очень полезным. Но, с другой стороны, из того, что есть у него сейчас, тоже не сказать, что прям что-то очень полезное у него продается в лавке. Хотя, конечно, сложно сказать. Может быть, и это... какие-то хорошие вещи, может, плохие. По ним же ничего не понятно. Вот в чем проблема. Я узнал, что, скажем, как артефакт, который мы нашли, дает какие-то бонусы по передвижению по карте, но какие они, он дает отрицательные эффекты, я ведь все равно не знаю. Он явно проклят. Я пока не знаю, какое проклятие. Надо будет, наверное, еще провести время и посмотреть, что же это, какие же проклятия он еще и несет к себе. Итак,
Очень мне нравится эта игра. Очень классное погружение, офигенные диалоги и очень мрачная атмосфера. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, звоните в колокольчик. И до встречи в убежище на моем канале. Пока.